А тут, значит, у нас по ходу дела будут поздравления от разных интересных людей. И вот такого первого поздравляющего хочу вам представить. Это журналист, который начинал еще в московском самиздате андеграунда, в журнале «Урлайт» и «Контркультура». Журнал, который ненавидел группу «Центр». Они обожали ДДТ и Алису. Вот, но тем не менее, хочу вам представить Сергея Гурьева. Сережа, у него есть одно качество, которое я был приятно удивлен. Он чемпион лейбла «Геометрии» по настольному хоккею. Где он этому научился, он вам сам расскажет. Итак, Сережа, прошу.